Показывай свой завтрак сегодня. Наш любимый хачапури. Сегодня он немного другой. Рецепт будет другой, немножко другой состав. Вчера у меня был шоколадный пудинг. Сегодня я его доедаю, половинку, 100 грамм. И у меня клубника, мороженое. Очень хорошо клубничку отправлять на 1 минуту в микроволновку. И получаются такие еще тверденькие, но уже не мороженые. И это похоже очень на конфеты. Очень хорошо с утра покушать такие полезные конфетки. Мой сегодняшний обед. У меня такой вот рулетик из индейка-грудка. Там внутри на сливочном масле потушила шампиньоны. В томатном соусе это все. У меня здесь шиитаке в виде риса, квашеная капуста, булочка из псилима, кусочек вот такого сыра и зелень. На десерт у меня клубника. Сегодня у меня сладкий завтрак. Вот такой у меня вишневый пирог. У меня сыр. Сыр может любой быть, творожный, например. Можно сливочное масло взять, чтобы посытнее у нас был с вами завтрак. И у меня немножко свежих овощей. Так просто похрустеть. Мой обед. Вчера мы готовили с вами сразу на 2 дня. У меня здесь рулетик с грибами из индейки, шиитаке в виде риса, овощи. Набор может быть любой, зелень может быть любая. У меня листовой салат. Половинка завтрака. Вот такая вкусняшка еще. И здесь у меня булочки со сливочным маслом. Можно с творожным сыром. Мой ужин. У меня сегодня форель. Делала в аэрогриле. Очень все быстро, вкусно делается там. Немножечко у меня тут помидорки черри. И листовой салат. Вот такой день у меня сегодня получился. Очень сытный и вкусный.